программе. Афганистан. Он снится мне каждую ночь. Опять на душу класть тяжелый камень. Опять нести на родину героев, которым в 20 лет могилы роют. Опять нести на родину героев. Здравствуйте, товарищ майор. Разрешите доложить, за время моего дежурства никаких происшествий на посту не было. Отдыхаем, пожалуйста, не мешайте. В окне автобуса поплыл ебаный военкомат, а тёлки тупо сбились в кучу, машут, что-то кричат. Ну что ты в армии нахуй? О-о-о, теперь ты в армии нахуй. Кругом затылки мудаков, тебе подобных блестят, и мысль одна на все снует по ним вперед и назад. Пиздец, я в армии нахуй. О-о-о, теперь я в армии нахуй, теперь я в армии нахуй, все пиздец, теперь я в армии нахуй. Потом мудной распределитель, 100 дебилов в трусах, а дальше форма, бля, учебка, бля, присяга, бля, затрах, ты, сука, в армии нахуй. О-о-о, ты, сука, в армии нахуй. Здравствуйте, товарищ майор. Товарищ майор, отойдите, пожалуйста. Я задремал на дне окопа и не снится. Автомат Калашникова АК является автоматическим оружием, связанным с двигателем автоматики. Здравствуйте, товарищ майор. Только что звонили из штаба. Всем офицерам приказано пройти инструктаж в медсанчасти. Поторопитесь, вас уже ждут. Привет. Товарищ майор, отойдите, пожалуйста. А я тут сайт Пентагона взламываю. Третий день на казарменном положении. Достало. Сегодня у офицеров будет шикарный обед. Когда же придет письмо от жены? Здравия желаю! Так, похоже, рессора полетел. Придется менять.
Здравствуйте, товарищ майор. Меня просили ознакомить вас с новыми экземплярами средств первой медицинской помощи. Новые образцы поступили только вчера, поэтому нужно провести инструктаж личного состава. Итак, эта маленькая аптечка поможет вам восстановиться после легких ранений. В комплект входят обезболивающие и бинты для перевязки. Большая аптечка – лучший способ восстановить здоровье и потраченные силы. В комплект входят стимуляторы, транквилизаторы, а также все необходимое для перевязки. Помогает выжить даже при самых тяжелых ранениях. Надеюсь, вам все понятно. Кстати, вас просили заглянуть на склад экипировки. Не забудьте об этом. Желаю. Прапорщик Сомов послал меня за вами. Он ждет вас на складе. Сегодня завезли новую экипировку. Вам нужно ее осмотреть. Я провожу вас до склада. Сорок. Нет, 50 отжиманий. Это вам армия, а не курорт. Я покажу вам, бездельники, как шланговать. А ты, рядовой Соколовский, пойдешь у меня завтра в наряд. Ну вот, мы пришли. Наш прапорщик ждет вас. Быть дежурным на складе – это смертная скука. За что мне такое наказание? Заходи, майор. Сегодня нам завезли кучу новой экипировки. Пора разобраться, что к чему. Примерь этот бронежилет. Это новейшая модификация. Облегченный вес и повышенная прочность защитных пластин. Вещь. Этот шлем мы давно заказывали, но пришли они только сегодня. Используя щиток, ты можешь защитить лицо от пуль. Классная штука. Особенно, если тебе дорога твоя голова. Забирай и пользуйся. Кстати, сейчас в подвале идут занятия по химзащите. Прежде чем уйти, сходи вниз и обязательно выбери для себя противогаз. Третий день на казарменном положении. Достало! Ну что, дурья твоя башка, опять забыл, что писать? Солдат должен знать все свойства поражающих газов на зубок. Если сейчас же не напишешь мне формулу, будешь в этом противогазе до дембеля куковать. А, майор, здравствуй. Ты, наверное, за противогазом. Посмотри там на столике, можешь забрать любой, какой тебе больше понравится. Ну что стоишь, солдат, давай вспоминай, мы все ждем.
уходишь, майор? Ладно, удачи на стрельбах. Здравия желаю. Ну что там? Почти сделал. Где твой гаечный ключ? Загляни ко мне вечером, майор. Обмоем твою новую звездочку. Я устал, мне пора на гражданку. Ну да. Эти лекции про АК уже достали, правда? Майор, где тебя носит? Наши ребята уже почти все отстрелялись. Спускайся в подвал, дежурный откроет тебе оружейную. Ты сможешь выбрать себе ствол. Действуй. Проклятие! Товарищ майор, у нас и солнце трубу прорвало! Чтобы безопасно пройти через это задумление, надеюсь, у вас прокладал. Желаю. Давненько вы к нам не заходили. Третья оружейная комната открыта. Ваше оружие и боеприпасы там.
штаб. Мы подойдем туда немного позже. Нам нужно еще занести ящики с амуницией в оружейную. Дайте ваше оружие, товарищ майор. Время проведения совещания в штабе приказано усилить посты на КПП и выставить дополнительный караул по периметру. О ситуации докладывать каждые 15 минут. Задача ясна? Так точно! Товарищ майор, скорее проходите в конференц-зал. Совещание уже началось. Товарищи офицеры, у меня плохие новости. Сегодня в 5.34 по московскому времени группа боевиков атаковала блокпосты на территории оборонного промышленного комплекса «Ударник». Боевикам удалось прорваться и укрепиться на территории заводских помещений. Сейчас там ведутся ожесточенные бои. Внутренние войска оцепили район и ждут помощи от спецназа. Наша основная задача – ликвидировать противника и защитить гражданский персонал. Подробную инструкцию получите от командиров групп уже в пути. Удачи вам, товарищи офицеры. Господь Бог храни спецназ. Через 15 минут мы будем на месте. Я хочу, чтобы все прошло как обычно. Гладко и чувствуешься. Территория объекта оцеплена внутренними войсками. Наша основная задача – зачистить местность и ликвидировать сопротивление со стороны противника. А что из себя представляют силы противника? Насколько нам известно, это группа боевиков из 30-40 человек. Рано утром они прорвались через все блокпосты и сейчас укрепились на территории промышленного комплекса «Удар». Нам придется работать очень аккуратно, потому что на объекте полно гражданских лиц. Они должны быть эвакуированы под нашим прикрытием. Да, чую, будет весело. Открой эту дверь. Прикройте меня. Мы внутри. Внутри чисто. Чисто. Чисто наблюдение. Выполнять! Это самое.
Войда, приведу на укрепление. Альфа, наконец-то! Обстановка физическая, противник очень хорошо подготовлен и вооружен. Все наши бойцы мертвы, мы не смогли задержать их. Они захватили эти склады и держат оборону. Эти подонки должны ответить за содеянное. Майор, ты проникнешь через подвал и отвлечешь их. А мы в это время атакуем с этой стороны. Они не должны знать, что мы здесь. Будь как можно тише. Мы ждем твоего сигнала. Выполняй.